Уважаемые зрители, дорогие любители Нового года и другие подписчики и зрители канала Максимадзе, которые смотрят это видео, всех вас с наступающим Новым годом поздравляю я. И сегодня мы будем проходить новогоднюю версию прототипа Hello Neighbor. Совсем недавно Dynamic Light ее нам выкатил, который как раз таки создавал фанатский порт прототипа Hello Neighbor, который мы с вами играли несколько раз причем. И сегодня мы будем праздновать новый 2023 год вместе с соседом. Но я на всякий случай вам напомню, это не последнее видео в этом году. Вот совсем скоро, у меня Новый год только через 11 часов, это у соседа вот он совсем скоро уже будет. Традиционное новогоднее поздравление будет. И подведение итогов 2022 года. Так что ожидайте. У меня Новый год через 11 часов. А вот у соседа уже совсем скоро наступит. Давайте поможем ему отметить его. Короче, нам надо пробраться в подвал. Мод выглядит шикарно. Точнее, ну это не мод, это фанатская игра, точнее. Но она очень сложная. Очень надеюсь, что мы ее все же пройдем. Но она реально сложная. Как минимум из-за того, что тут баганутые немного предметы, что при того, как сосед нас ловит, они не респаунятся. Некоторые из них. Такие важные предметы, как фонарик, например. Или лампочки из люстр. Нам надо разбить окно, но не всегда про это получается это дело. Ждем немного. И все, теперь эти двери открываются. Теперь нам нужно... О, вот этого я и хотел. Как видите, у соседа такое вот новогоднее одеяние еще. Блин, не получилось. Мы должны выманить соседа, чтобы он за нами погнался. И открыть дверь сзади. Ну, погонь, оторваться от него никак не получится в этой версии. Шкафы, я пробовал шкафы, они не рабочие, они бесполезные. Сосед нас ловит даже через них. Ну, ладно, мы открыли все двери. Сосед все время будет ходить в эту комнату и закрывать дверь за собой. Где-то здесь лежит ключ, его, правда, очень плохо видно. О, забрал. Сомневаюсь я, что успею открыть. Беда. Подождем, давайте чуть-чуть. Не используя фонари, мы попробуем задействовать ключ. Ах, он заметил нас, блин. Это сложно, это сложно. В этом доме от него нельзя оторваться. Второго этажа здесь нет. Взял. Ну где ключ-то? Да блин, не успеваешь вообще. Может попробовать задействовать эту анимацию через окно. Хотя вряд ли это поможет, но давайте. Попробуем еще раз, но скорее всего не успею. О, успел, я успел. Ох, как я успел. Открыть дверь, и тут прогресс сохраняется при поимке. Это хорошо. Единственное, что не сохраняется, это предметы. Вот фонарик куда-то пропал после того, как я на него наступил. Это вообще очень плохо. Вот куда делся фонарик? Вот фонарик... Фонарик, без фонаря фиг пройдешь. Очень темно в доме. Очень темно, ничего не видно.
Молоток будет очень тяжело найти без фонаря. Без фонаря мы вряд ли что-то увидим. Звуки волков еще, короче, мы слышим. Судя по всему, это они. Что может быть другое-то? О, он ушел. Бежим скорее. Так, надеюсь, он сюда не придет. Молоток я забрал. Если он сюда придет, это будет очень ужасно. Блин, страшно. Вдруг он сюда зайдет сейчас. Открываем. Одну, надеюсь, вторую тоже откроем. О, есть, получилось. Я открыл подвал, господи. А это значит, что Новый год уже совсем скоро. Открываем подвал. Отлично. Вот так вот. Мы попадаем вот в такое вот... такую вот деревню. Давайте походим здесь, прогуляем. Вон Новый год у всех тут горит. Ну нет, точнее, только у одного дома. Вот там еще горит лампа. Давайте посмотрим, сколько у нас тут времени до Нового года осталось. Так, о, осталось 15 секунд всего до Нового года у соседа. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. С Новым годом! С Новым годом, ё-моё! Ура! Ура! А. С новым новым годом, с новым счастьем, ё-моё! Красивый салют какой! Это на него можно бесконечно смотреть. Какая шикарная елка. Даже сосед Новый год встречает у нас здесь сидит. Динамик лайт. Веселого Нового года. Merry Christmas. Веселого Рождества всем. Так. Е. Что у нас по телевизору? Только английский можно писать. Окей. Пишем. Максимадзе. Ой. И нажимаем пост. Не знаю, где она появится на самом деле. Так, давайте два. Давайте еще раз. Пост. Нет, она тут не появляется. Не знаю, что это за фигня. Но, в общем, прошли мы новогоднюю версию. Ссылка на нее будет в описании. Напоминаю, это не последнее видео в этом году. Будет еще... новогодние поздравления, где мы будем подводить итоги года. Все.
Ну а так, для тех, у кого уже Новый год наступил, как у нашего соседа и главного героя, за которого мы играем, говорю: с Новым годом! С новым счастьем! Дорогие товарищи! С вас Игорь подписался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока! Счастливого Нового года!